И всем привет, я Жанка, англичанка, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я еду из Москвы в Саратов, это обычное купе. Вот я решила снять, так как оно выглядит. Это самое простое купе, уже это не СВ, четырехместное на четырех человек. Это не фирменный вагон, это поезд Балакова, Балаковский поезд. Вот так здесь выглядит купе, конечно, отличается от фирменных. Здесь у нас что? Можно полочки такие, полотенца. Я уже расстелила сама все. Вот, ну, вот так оно выглядит все. Фу, очень жарко. Мы еще пока стоим на станции. Надеюсь, скоро поедем и включат кондиционер. Не знаю, будет ли кондиционер или нет. Очень надеюсь, что будет кондиционер. Так, говорят, внизу где-то должны быть розетки. Вот здесь розеток я не вижу. Может быть, где-то в самом низу? Нет, не вижу розетки. Наверное, в этом будет тоже на улице розетка. Ну, посмотрим. Фух. Всем привет, я уже переоделась. Такой вид. Очень жарко, просто очень жарко. Включите кондиционер. Вот РЖД. Ну вот все, такой вот он, купейный, обычный вагончик. Ну все, всем пока, теперь уже встретимся в Саратове.